Всем привет, дорогие мои друзья, хорошего вам настроения, с вами Рэй, мы продолжаем играть в игру «Вперед на зомби-войну». Так, ну что, эй, погоди, мы оставляем, пожалуй, вот эту запись, да, ребят? Главное не ошибиться, потому что я играю еще на мобильнике, помимо того, что здесь. Так, ну что, надеюсь, правильный выбор, сейчас мы посмотрим, ребята, не ошибся ли я. Да, все отлично. Как видите, я приобрел себе второго бойца. Вот он, новенький наш. Рейнджер его увеличать. Но я не знаю, стоит ли его вкачивать или нет. Вы мне написали, что он не особо хорош. Но мне почему-то кажется, что вот этот чудик не особо хорош. Да, я не спорю, у него здоровья очень много, 50. Но урон, вы посмотрите, у него урон 2 единички всего лишь. Хотя у него есть защита от стрелкового урона, да? Дополнительная защита от урона и оглушение противника. То есть вот этим вот пистолетиком, как мы это узнали ранее, это пистолет у него, он может оглушать. Ну и что нам это даст? Оглушил он врага и атакует по минимуму. Не знаю, ребят. Знаете что, давайте мы попробуем, наверное, вот этого вот паренька маленечко прокачать с дробовиком. У него урон все-таки 12. Удача довольно неплохая, между прочим. Полтинчик и здоровье 24. Ну что ж, посмотрим. Если, да, мне и качать-то нечем. Хорошо, ставим кровь. Сюда ставим клей. А сюда газировку. Прокачка пошла. Так, уже урон 15. Поехали далее. Что там за достижение получили? Первое улучшение. С какого перепуга вдруг здесь первое улучшение у меня? Ничего подобного. Так, клей и опять же газировка. Вкачиваем. И, по-моему, сейчас, ребята, у меня закончатся суперские предметы, которыми я могу раскачивать. Всего лишь третий уровень он у меня получает. Ладно, консервы пока есть. Порох пошел в путь. И опять же газировка. У него удача растет, как на дрожжах. Ну и хорошо, в принципе-то. Главное, чтобы не лопухнуться. И, кстати, стоит он 35 энергии, ребят. 35, тот стоит тридцатник. Эх, не знаю. Лишь бы только не ошибиться в своем выборе. Давайте дальше вкачивать. Пятый уровень. Максимально я его могу прокачать до 13 уровня. И дальше все. Тю-тю. Так, нормуль. У него уже 27 урона. Блин, консервы кончаются. Порох тоже почти кончился. И шоколад. Шоколад — это удача. Но зато по удаче. Представляете, если нам сделать удачу на соточку? Я думаю, что он будет с удара валить всех. Так, ладно, продолжаем. Блин, деньги тают просто, а? Оу, мы уже до хлеба добрались. Я думаю, что не стоит хлеб тратить. Это слишком ничтожно мало, так скажем. А что у нас есть для улучшения? Так, фляга. Но это у нас, по-моему, идет для ближнего боя, да? Кстати, почему бы и нет? Мы же можем прокачать своего вот этого чувачка. Да? Блин, да здравствуйте, приплыли. Почему только хлеб? Я не хочу хлебом. Эй, видимо, я ошибся, ребята. А куда же тогда у нас идет фляга, а? Для каких бойцов? Кто мне еще тут пригодится в дальнейшем? Кстати, можно сравнить. Смотрите, 8 уровня, да, у меня с дробовиком. И полицейский 12. Давайте сравним. Так, урон 39, здоровье 39, удача 68. Это 12 уровень. Так, 39, 39, 68. А здесь 39, 39, 68. Короче, на одну единицу мы уже выше. Ну, в уроне проигрываем. По здоровью выигрываем. Так что я думаю, что он будет покруче. Но этот стоит у нас 35, а полицейский опять же 30 энергии. Точнее, получается, если мы его раскачаем по полной программе своего полицейского, то он будет примерно как, наверное, 9 уровень у моего рейнджера. Ох, вот незадача. Вы знаете прекрасно, что даже 5 единиц энергии очень много может сказаться в дальнейшем в игре, когда мы будем с вами играть в обновление, которое я не знаю, когда выйдет. Да, также не забываем, что у меня вот этот тут Лестер не прокачанный совсем. Но я думаю, что нет смысла его прокачивать, потому что у меня на это дело есть вот этот вот мужичок, деревенщина, фербер. Хотя, может быть, где-то и есть выгода в чем-то. Урон 6, здоровье 18. Это на нулевом уровне. Нет. Думаю, что деревенщина, наверное, такой же будет, как и этот, если его раскачать.
У него уже 4 уровня вкачано. Ладно, ребят, давайте, наверное, мы пока не будем. Единственное, что я сейчас хочу, это, наверное, улучшить немножко свои предметы. Это где же у нас делается? Где этот мужик? Где этот торгаш, который все время у нас... Вот здесь, по-моему, он находится, да? Хм, нет. А где же ты? По-моему, вот здесь вот, да? Сейчас, ага, вот, создать. Ух, ну давайте посмотрим, что мы можем с вами улучшить. Ну, хлеб. И если мы с вами 3 раза хлеб сделаем, то получим... Что же мы получим-то, я уже забыл. Ага, консервы. Консервы. Так, а если мы с вами объединим всего... Ага, у меня консервов-то 1 штука. Ха, не катит. Не катит, ребята, это дело. Придется нам дальше пробовать с хлебушком баловать. Создаем. Давай еще 1 консерву. 2. А на 3-ю, по ходу дела, у меня и не хватит, да? С хлебом-то. Всего 2 штуки. Обидно, досадно. Таблетки. Ну, давай попробуем побаловать с таблетками. Да ё-моё, какой хлеб? Не надо мне хлеба сюда. Я говорю, что-то я совсем, ребята, расклеился, расслабился. Давай, говорю, таблетки. Так, так. И вот так, создаем. И это у нас получается... Ага. Вместо таблеток мы с вами сделали микстуры. Хорошо, микстур у нас 10. Ну, давай сделаем вот так. Создаем. И получаем... Блин, флягу. Фляг у меня и так хватает. Зачем они мне нужны? А щетки? Что нам делают щетки, интересно? По-моему, получится, наверное, у нас порох, да? Или шоколад? Проверим сейчас. Ну, давай, 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 быстрее. Да, дает нам порох. Угу. А сколько у нас пороха? 4 штуки. Давай тогда сделаем себе что-нибудь покруче. Клей. Вот это уже другой разговор. Все, пороха больше нету. Клей. Клей, по-моему, как раз у нас идет для стрелков. А ну-ка. Так, тут консервы. Клей сюда, да, сюда идет клей и шоколад. Ух, 9-й уровень у нас боец. Все, отлично, ребят. Пока мы с этим завязываем. Кстати, нет, не завязываем. Мне нужно еще кое-что продать. Очень много у меня хлама. Да ё-моё, что ж такое-то? Вот... Совсем, совсем все позабыл, а? Как играть надо? Давайте продавать. А продавать мы будем с вами радио. 2 штуки, таблетки. И... Нет, лекарства мы, пожалуй, оставим. И все. 1000 голды у нас всего осталось. И давайте, наверное, переходить сюда. Так, я на 3-м месте. Лига только началась, ребята. И я думаю, что надо попробовать. Попробовать выступить. Что еще тут думать? Нам нужно заработать с вами 1-е место, естественно. Так, что у меня в колоде? Вот так у меня стоят мои бойцы. Я их практически не меняю. И, наверное, мы сделаем вот этого вот сюда, вперед. Хм. Хорошо, ладно, попробуем вначале такую тактику. Поехали, ребята, в бой. Жалко, конечно, что здесь максимальный уровень лиги 10. Почему они не могут сделать выше? В чем проблема-то у них? Так, смотрите-ка. Да, такая же команда, как у меня. Ну ладно, посмотрим, кто кого. Оу, неудачно маленько. Да ладно. Черт подери, мы проиграли здесь, ребят. Ай, сейчас застрелит, наверное, да? Да, так оно и произошло. Хорошо, ладно, не беда. Так, по-моему, слишком громко как-то, вам так не кажется? Надо сделать чуть-чуть потише. Вот так, я думаю, будет самое то. Так, ну здесь мы выиграли. Отвлекся маленько, извините, ребята. Опа, минус. Ух, ну здесь-то уж должны выиграть-то, ё-моё. Хотя не факт. Вот это да. Проигрываем просто сплошь и рядом. Да идите вы в баню все, сожги его. Ну, этого пацана Сузи мы разбомбили, плюс заработали таблетки, и всего лишь у нас 2-я победа. Да, вот что значит давненько здесь не появляться. Ну,
Да какого лешего-то происходит здесь, а? Я не понимаю. Все, ну она и была второго уровня, поэтому и проиграла. Три победы у нас сейчас на счету. Давай продолжать дальше. Минус. Как этот стрелок бомбит все-таки дичайше, а? Вы посмотрите. Бум. Все, здесь мы опять проиграли с вами, ребят. Фух. Так, ну это ничего, ребята, это показательный бой. Как говорится, пробный. Сейчас мы... Какого фикуса? Вы посмотрите, как все здесь нелепо сейчас произошло. Огнеметчик у меня взорвался и... Да, слишком близко я поставил, по-моему, своих ребят. Здесь нам не дано их пробить. Сейчас деревенщина просто-напросто расстреляет. Да, надо менять своих тут героев, персонажей. Ну давай, да нет, она не сможет, конечно же, разбить. Да, очень, конечно, плохо и кисло здесь все. Так, ладно, давай, подходи. Ну, здесь победа уже будет за нами. Тут понятно, сейчас снайперша просто его хоркнет. Отлично. Так, ладно, 4 победы. Ёлки-палки, это ничтожно мало, ребята. Ну что же, давайте менять тогда стратегию нашу. И что же мы для этого сделаем? Так, ну, я уже на первом месте, но это как-то несправедливо. Ладно, будем менять. Вот этих вот ребят я, по-моему, слишком близко поставил изначально. Надо их немножко вот сюда отодвинуть. И, возможно... Слушайте, а если я, предположим, даже снайпершу поменяю... Конечно, нет особого резона. Вот на этого чудика. Нулевого уровня причем. Нет, я думаю, что это будет крах полнейший. А где же этот паренек-то новый, которого мы с вами изучили? Рейнджер, где он? Сколько он стоит? Я его не вижу. Так, вот он. Мне пока не дают. Слушайте, а если мы вот так вот с вами сделаем? Просто для пробы. Посмотреть. Все, я больше никого не смогу взять себе в отряд. Нет, могу взять Марину. Давай, Марина, сюда вставляй. Все, поехали. И начнем мы, пожалуй, давайте с самого нижнего проверим. Как у нас сейчас тут будут обстоять дела. Поехали. Бум. Так, хорошо. Ну, как-то кисло. Кисло мне не понравилось, если честно. Значит, меняем. Обязательно меняем рейнджера. Так, где моя колода? Рейнджера убираем. И ставим кого? Кого бы нам влепить? Ну, давайте обратно снайпершу. Вот сюда. Надеюсь, все правильно. Так, ну что же. Чун, погнали. Так, ну, они такого же 13 уровня, как и я, но все равно я проигрываю. Да что же за дела-то такие, а? Что же это за непруха такая? Ха, как же мне наказать дальников, а? Вот что я думаю. Так, хорошо, давайте мы немножечко сделаем по-другому. Мне не хватает моей Соньки. Где моя Соня? Вот она здесь. Мы ее вот сюда поставим. А снайпершу вот сюда. Давайте такой вариант попробуем. Тут, естественно, ребята, под каждую команду нужна определенная расстановка своих войск. Только в этом залог успеха и победа. Ну, вот. Вот это я понимаю. Вот это уже хорошо прошло. Минус Сони. И сейчас мы... Снайперша, давай, только не подведи меня, пожалуйста. Есть, отлично, ребята. Ну, вот тут уже что-то получилось у нас. 20 голды мы еще заработали. Хорошо, минус один. Ладно, давайте продвигаться с вами дальше. И у нас там... Чад. Давайте попробуем Чада. Посмотрим, что у него тут за расстановка. Ага, вот, значит, как. Хорошо, давай. Бомби, бомби, успей. Отлично. Ух. Так, ну что, снайпершу почти заклепали. Ну, дойди, дойди. Не дошел, к сожалению. Блин. А вот здесь надо уже, по-моему, ближе ставить мне огнеметчика. Сейчас мы с вами это сделаем дело. Ну, давай, давай, давай. Не надо мне тут все это слишком долго делать. Так, колода. Получается, вот сюда мы поставим нашего чувака с кувалдой, а вот сюда вот, пожалуй, огнеметчика. Вот сейчас должно быть все оптимально. Проверяем. Так, поехали. Минус. Отлично. Ну, что ж ты будешь делать, а? Так, ну, снайперша, ты сможешь его подбить, пока огонь тут горит? Нет. Он все равно достал. Слушай, что за дела? Все, ребята, я, кажется, понял. Понял, в чем у меня здесь ошибка. Я вам сейчас покажу. Вот колода.
Хотя нет, нифига. Вообще-то да, он убивает этого с щитом, и нам нужен чувачок, который практически неуязвим к пулям. А это будет вот этот вот. Хе-хе, а вот теперь давай проверим, кто кого. Где этот чат? Вот он. Ну-ка, погнали. Минус, замечательно. И этот просто тут их сейчас разбомбит. Ха, вот о чем я вам говорил, ребят. Хорошо, отлично, еще одна победа. Хоть мы и на первом месте, но я все-таки сделаю здесь глобальную зачистку, да? И следующий у нас Сенни. Давай-ка Сенни попробуем. Не буду пока ничего менять, посмотрим, как у нас здесь все дело пройдет. Оу, огнеметчик, ну-ка. Есть! Блин, мы не можем пройти. Так, снайпершу снесли. Вы посмотрите, он просто не может меня пробить. Да, ребята, здесь все так же удачно у нас получилось. За что спасибо моим бойцам. Ну, а мы двигаемся с вами дальше. Так, хорошо. Мы, кстати, заметили, сколько заработали там с вами этих всяких штук. Порох нам выпал. Так, ну что, Джереми. Джереми зам. Поехали, это уже лидеры идут. О, как мы близко друг к другу-то, ё-моё. Чёрт подери. Ну, снайперша, давай. Ну, да бомби ты. Есть. Фу. Отлично. И остался лишь последний здесь, ребята, у нас боец. Давайте мы его победим и будем, как говорится, в топе. Это у нас кто? Ирн, 1860. Я надеюсь, это не твой год, братишка. А то ты слишком стар для таких игр. Хотя, как говорится, в играх все возрасты покорны. Ну что, давайте, поехали, ребят. Не буду опять менять ничего. Попробуем таким составом. А вдруг прокатит на шару? Так, ну-ка глянем. Ага, в принципе, если вот этот час, конечно, бомбанет, будет очень плохо. Ну ладно, посморим. Черт подери, не подходи, не подходи, гад, не подходи близко ко мне. Сони, молодец. Все, ребята, отлично. Я нас с этим поздравляю. Как всегда, мои бойцы доказали, что они лучшие и достойны первого места. Да, я в топе, ребят. На первом месте. 9 этих жетонов я получил. Теперь осталось удержать это место ровно 1 день 22 часа. И мы получим с вами вот этот вот сундучок. Ну это, ребята, все хорошо. Но хотелось бы, конечно бы, чтобы побыстрее сделали вот 8 уровень. Я так соскучился по боям, по этим зомбикам. Они мне уже как родные, елки-палки. Хоть мы с ними и деремся, но они такие забавные. Блин, заскучал. Ну, проходить заново вот это вот все, ну, нет желания, ребята, нет. Там вы прекрасно знаете, сколько нервов я потратил на это все, когда вот это вот проходил. Да, были миссии, конечно, легенькие, были сложненькие. Но неохота, ребята, жду все-таки продолжения. Так что давайте на этой ноте я буду завершать это видео. Дальше буду продолжать копить деньги. Может быть, кого-то еще новенького скоро нам сюда в игру внесут. Мы обязательно его купим. Ну а пока я буду качаться, прокачивать своих героев, ну и копить деньги. Так что, ребятушки, всем пока, всем удачи и до новых скорых встреч.